Девочки, девушки, женщины, поздравляю вас с сегодняшним днем весны, 8 марта. Вот это вам такой подарочек от природный. Красота, тут так пахнет, ой. Подснежнички. С 8 марта вас. Тишина. Они такие длинные, я себе нарву. Немножечко. Запах весны домой. Ой, как хорошо, такой запах, если бы вы знали. Так пахнет. Немножечко. И чуть-чуть пролиск. Раз. Штучки три. Ой. Все-таки горка. Красота. И пчелка уже летает. Представляете? Пчелка, а ты где? Вот она. Сейчас. О. Копошится в своих делах. Где потеряла? Вот она. Весна настоящая. Спасибо тебе, пчелочка. Так, ну я буду спускаться. Ой, тут надо аккуратно. Я вам хочу немножко речку показать. Нашу. Опа. Ух. О. А тут столько много этих синеньких. В
Вот речка. Посреди села. Синенькие цветочки. И там пчелка. Труженица. Вот. Вон ребятня побежала за подснежниками. Вот вся вот эта вот горка, это подснежники. Вся эта сторона. Вот. Птички. Чик-чик. Горы. Это уже там... Ого, так далеко и видно. Это очень далеко. Все заросло. Раньше был при СССР Комсомольский сад, яблоки, кандиль росли, такой большой сад. Хочу дойти, чтобы не выключать, а то я сейчас не могу склеивать, у меня локальный диск этот. Это Мавани все позабило. Не скидывать не дает, не сохранять вообще. И чищу, чищу. Мастер сказал, надо все удалять, все программы, заново загружать другие. Вот, погода прям, мне даже жарко, если честно скажу, в одной курточке, не теплой. Вот она, эта горка, где подснежники. Чуть-чуть увеличу. Я раньше любила вот на той скалке сидеть. Когда в училище училась, ходила туда на горку, брала тетрадки, готовилась к экзаменам там. Все захламили. Мост своровали. Представляете, железный мост. Вот тут был. И нету.
А я пойду вот тут. По вот этому переходу, по камешкам. Послушаем, как журчит речка. Так успокаивает. С 8 марта вас, дорогие дамы. Желаю вам здоровья, любви. Сегодня радостного дня. И всегда тоже, не только сегодня.